здесь прямо симпатично, что хочется сочинить какой-нибудь стих. Хорошо. Про любовь. Замечательно, какой? Любовь. Как много в этом слове? А я не слышу. Любовь. Так, я собрался. Любовь. Как много в этом слове? Все, хороший вечер. Спасибо вам тоже, всего доброго. Да, замечательный вечерок. Очень весело начинается. Сегодня наш масштабный спортивный праздник, спортивный музыкальный фестиваль «Горы рядом», организованный при поддержке Департамента спорта города Москвы, проходит в рамках празднования столетия московского спорта. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами посетим московское спортивное мероприятие на Воробьевых горах. И решила я, что буду периодически создавать ролики из серии «Москва. Куда сходить?» и оставлять свой видеообзор и отзыв. Возможно, вам будет полезно, поэтому не забудьте подписаться. Спортивно-музыкальный фестиваль проходил с 10 утра. У всех желающих была бесплатная возможность прокатиться на лыжах или сноуборде на легендарном склоне, а также поучаствовать в мастер-классах от олимпийских чемпионов и в соревнованиях для продвинутых сноубордистов. Если у вас нет оборудования, то возможно взять его на прокат. А сама территория комплекса мне очень понравилась. Новая, хорошо оборудованная, везде навигация, кафе. На мероприятии также были волонтеры, которые помогали и отвечали на вопросы гостей. А для зрителей, пришедших посмотреть и насладиться выступлением артистов и диджеев, Московская канатная дорога запустила специальный тариф «Зритель», который позволит приобрести билет и добраться до места проведения концерта по специальной цене всего 200 рублей туда и обратно на канатной дороге. Хотя в обычные дни вне мероприятий все стоит дороже. Туристический маршрут от парка к стадиону занимает всего 7,5 минут движения по канатной дороге. По нему перемещается 35 крупных закрытых кабинок, каждая из которых предназначена для перевозки 8 человек. Хотя на мероприятии было достаточное количество людей, все проходили быстро и не было столпотворения, все достаточно комфортно. Посмотрите, какой красивый вид, напротив Лужники, река, Москва-Сити, и все светится огнями, просто сказочное настроение и атмосфера создается. Заходим или нет? Кульминация вечера, конечно же, стал концерт звездных артистов «Федук» и группа «Добро». На концерт был тоже вход абсолютно свободный. И сразу забегу наперед, концерт оставил очень положительное впечатление. Давайте посмотрим это мероприятие вместе с вами. Да давайте просто пошумим друг другу, что наконец-таки мы собрались! Что все-таки возле главной сцены такое огромное количество людей. Сегодня на протяжении всего дня мы катали, мы вместе с вами брали мастер. Группа «Добро»!
прямиком через года, от глубины до вершин не забуду никогда, сколько мы с тобой прошли. Концерт закончился, у нас оставил он очень приятное впечатление. И этот замечательный, красивый вид, который мы сейчас можем с вами увидеть, оставляет также в душе приятные и радостные эмоции. Воробьёвы горы – одно из красивейших мест в Москве. Высокий правый берег Москвы-реки во все времена привлекал к себе внимание густым лесом, сложным рельефом и чудесным видом, открывающимся на реку. С Воробьёвых гор открывается также самая широкая и живописная панорама столицы. Однозначно рекомендую к посещению. Я думаю, что это место является одним из значимых и часто посещаемых мест наряду с Красной площадью и Кремлем.
На этом, ребята, буду закругляться и заканчивать целое видео. Если вам было полезно или интересно, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всех целую и всем пока-пока. Хорошего всем дня.